осекся госдеп, следаки на каждом хвосте. Любая мобила висит на жуке. Салам КГБ, мой район в тупике. Расклад тупиковый, где никто не виновен. А тянет пятеру, как паспорт потерян. Со мной брательник, и к нам нет ни капли доверия. Но у меня критерий ликвидности, пора в аппарат депозит нести. А я все пишу стихи, кто-то спасается фишингом. Адреса шиппинга, разговор о больших деньгах. А если запах, то прессинга от отдела К и прочих приспешников. СКП ведет охоту на грешников, а патриарх затирает за кэш в руках и средний класс. Владыка верно мыслит, нужно брать из глаз. На 700-х еще не выпускают, не знаю, но трудно быть пешим тут. Оттого обуваемся в Мишелин и по подвалам четверостиши, чтоб нас не услышали. Из барана не выбьешься, хищник, и руку жать я не стал бы бывшему сыщику. Я б еще много кому процентов тут высчитал, но адвокат сказал не говорить много лишнего. Жизнь не статична, будь тактически грамотным, не подставляй людей, ищими размахом русского темперамента. Когда ты мент, я глух и нем. Крепись, братан, один в квадрате с тем. Мы новый тренд, вернусь домой, тут много дел. На бит подсел, не видно вен. Зашевелился так, что похудел. Если ты лидер, для них ты особо опасен. Среди демонов мы встряли, как обойма в мясе. Если ты лидер, для них ты особо опасен. Среди демонов мы встряли, как обойма в мясе. Если ты лидер, для них ты особо опасен. Среди демонов мы встряли, как обойма в мясе. Если ты лидер, для них ты особо опасен. Среди демонов мы встряли, как обойма в мясе. Раньше решали понятия, теперь решают ксивы. На мелководье плавают караси, но и те, и другие хотят пожить красиво. Пока делили апельсин, кто-то с***ался из России. Вагоны — это сила, упакована в вагоны. Трафик в регионах заставляет падать на дно. Бегемот в форме контролирует оборот. Эта тропа протоптана, произнеси ими шепотом. Шелест банкнот ласкает слух в отделах. Случается беспредел, который видит стены. Ключи от Каена в столе. Возьмите меня в ФСБ, я тоже хочу икру жирным мазать. На хлеб хорошо там, где нас нет. С неба падает снег, везде серый цвет. И все как во сне. Кто-то встречает рассвет с пулей в голове. Поел в чужой тарелке аппетитных котлет. Дизайнерская хата, киса в мехах и эхо кватра. Не забывай об откатах, чтобы потерялась папка. В других делах надо дать на лапу, освободив карман. Пустой чемодан, растворилась мечта, братан. Извини, но мозги не дают на прокат. Уровень ультра-хард, тебя жизнь трахает. Кокарда тяжела, как шапка Мономаха. Кому-то мой расклад не ясен. Среди таких мы встряли, как обойма в мясе. Среди демонов я весь волнистый, весь прекрасен. Он не красен, весь воздушный, как в творожной массе. Еще раз. Константа, с утра и навсегда, бесконечно. Про демонов. Йоу. Эти демоны, сколько бы ни брали, им все время мало. Не от того ли, что их мама всем, кому не лень, давала. Они это мясо для мангала. Другие собираются всю жизнь и, приехав, не съезжают далее вокзала. С голой жопой и двумя вениками ты же особо не двинешься дальше греческого зала. Василий думал, что деньги решают все, но она взяла и отказала. Я спокойно все это созерцаю, сквозь линзы отказала. Не ведусь на сало, и этот свитерок бабуля подсвязала. Чай еще с алюминиевыми пацанами из русала. На катере цеплять русалок. Но че-то после отходосов пацаны совсем уж как-то вяло. А сколько таких за алюминий, как алюминиевую ложку жизнь помяла. Я б курил прям в РУВД, если б эта мазь так не воняла. Вроде бы не черти, но чертят прям на крыше моего винила. Пятиминутный стимул высасывает силы. С утреца совсем унылый. Сейчас вообще все мило, потому что я помню времена, когда по блату вырубали хозяйственное мыло. Столько дыма, но не от того, что батюшка кадил кадилом. Козья ножка проходила, по шахматной доске ходил я крокодилом. А ты как хотел, ферзя твоего съел я. Если ты лидер, для них ты особо опасен. Среди демонов мы встряли, как обойма в мясе. Если ты лидер, для них ты особо опасен. Среди демонов мы встряли, как обойма в мясе. Если ты лидер, для них ты особо опасен. Среди демонов мы встряли, как обойма в мясе.